На Украине объявили о наборе детей в школу диверсантов для подготовки к войне и уничтожению России. Куратором проекта выступил депутат Верховной Рады и руководитель праворадикальной националистической организации Дмитрий Ярош. Радикал разместил в сети демонстрационный ролик «Школа юного диверсанта». На опубликованных кадрах детей учат стрелять из различных видов оружия, устанавливать растяжки и мины, преподают им уроки патриотизма и пропагандируют ненависть к России, передает телеканал 360. Ярош заявил, что «самые тяжелые времена Украины еще впереди, поэтому необходимо подготовить подрастающее поколение к войне на уничтожение противника», пишет ура.ру. Обучением молодых диверсантов будут заниматься бойцы нацбатальонов, которые воюют с населением Донбасса. Объявление об открытии школы лидер праворадикальной группировки сопроводил соответствующими лозунгами. «Мы, украинские добровольцы, вместе с выполнением боевых задач на линии фронта готовим молодое поколение к защите Украины и уничтожению нашего вековечного врага – империи-агрессора России», говорится в анонсе. Обитатели всемирной паутины отметили, что начинание Яроша очень уж напоминает «Гитлерюгенд» – молодежную организацию в нацистской Германии. Набор в школу «Юный доброволец УДА» начался в конце весны 2018 года. Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене.